Уважаемые подписчики канала и пользователи приложения HMI Каскада, сегодня был запущен, небольшие изменения были произведены на нашем сервере Каскада Cloud, а именно в разделе «Облачный шлюз» в закладке появилась новая колонка «Примечания», где можно, нажав на карандашик, вводить тот или иное назначение данного моста. То есть можете писать любое примечание, например, там смартфон, умный дом. То есть, потому что давайте сейчас я напишу. Так. Ой, английский, сейчас на русский переключим. И, например, мой телефон, курятник. Вот, пожалуйста, появилась запись. Ну, для чего это сделано? Ну, это в том числе и было по вашим просьбам, что здесь раньше была колонка «Время», когда создан был мост, но он мало кому был информативен. А вот примечание, потому что особенно, когда очень много у вас накопилось мостов, но все-таки те, которые вы не используете, желательно удалять, чтобы не забивать сервер. А тот, который используете запись, строку, можете помечать назначение данного шлюза, чтобы помнить. Потому что по номеру каждый раз будете смотреть, какой номер здесь, какой номер здесь. А так уже сразу понятно. Вот такие небольшие изменения были произведены на нашем сервере. Поэтому используйте данную возможность. Всех с праздником. Всего наилучшего, здоровья и успехов в творчестве. До свидания.